Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем концерт джаз-рок-ансамбля «Арсенал». Мы начнем сегодня первое отделение замечательным произведением американского пианиста, бас-гитариста, вообще мультиинструменталиста, которого звали Хорас Силвер. Он считается именно создателем такого специфического негритянского стиля, как фанки. И, в общем, это слово где-то в начале 50-х годов в Соединенных Штатах, оно считалось неприличным, поскольку, ну, в общем, это было связано с тем расизмом, который тогда процветал в Америке. Но, тем не менее, значит, ему удалось устроиться в одной из известных таких джазовых клубов в Нью-Йорке. И вот там он играл со своим ансамблем. И исполнял заодно и вот эту пьесу, которую, кстати, написал немножко позднее, поскольку туда вообще стали приходить, у него там постоянные уже поклонники такие собирались всегда. Причем владелец клуба был белый музыкант, но туда вообще-то в основном пускали только негров. И вот туда стала приходить одна его поклонница, которая все время, желая привлечь к себе внимание, ходила перед ним там весь концерт. И, в общем, у нее такая была фигурка негритянская, такая с задницей такой. И она пыталась как-то вот привлечь себе внимание, но он не обращал никакого внимания. И потом все-таки как-то за кулисами поделился со своими коллегами, говорит, вот вы видели девушку, давайте я, говорит, сейчас сочиню пьесу. Значит, ее зовут Джоди. Ну, я назвал эту пьесу «Джоди Грайнд». Вот таким образом появилась пьеса, которую вы сейчас услышите. Итак, мы начинаем с композиции Хораса Силвера «Джоди Грайнд». Thank you.
Спасибо. Сейчас прозвучит еще один хит, который, в общем, не так давно возник в Соединенных Штатах, где сейчас существует оркестр Квинси Джонса. Это один из выдающихся бенд-лидеров, который создал свой ансамбль. Это единственный коллектив вообще в истории джаза, который посвящен исполнению различных хитов разных времен, причем желательно с тем, чтобы исполняли либо сами создатели, уже давно состарившиеся, они выходили и пели свои хиты, либо тех, кто уже давно ушел на тот свет, но он находил, Квинси Джонс находил таких артистов, которые хоть как-то напоминали, и даже их гримировали перед выходом на сцену, и тогда объявляли, что вот выступает такой-то человек, не раскрывая тайны, и народ просто балдел. Как? Он уже давно уже умер, вот он живой. В общем, вот такой он создал коммерческий коллектив. И сейчас прозвучит одна из пьес, которую он исполнял. Это тоже типичный образец такой подделки. Дело в том, что пьеса, которая сейчас прозвучит, которая называется «Everything Must Change», это такая серьезная довольно была пьеса с философским названием «Everything Must Change», которую сочинил некто Джеймс Инграм. Это был очень талантливый певец и композитор, но он был очень болен. И довольно рано он скончался. Но тем не менее Квинси Джонс продолжал исполнять его пьесы, выходил какой-то человек, который был очень похож на Джеймса Инграма. И тогда народ просто ничего не понимал. Как? Он же давно умер, а вот он здесь на сцене. Вот такой трюк цирковой устраивал Квинси Джонс обычно. И вот сейчас прозвучит одна из таких композиций, которая принадлежит как раз тому самому Джеймсу Инграму. Она называется «Everything Must Change». Такая необычная для джаза, даже для рок-музыки, пьеса с таким философским названием, таким близким к греческой такой философии. Итак, в памяти Джеймса Инграма, Квинси Джонс, «Everything Must Change». Everything must change. Nothing stays the same. Everyone will change. None stays the same. The young become the old, the mysteries do unfold,
'cause till the end of time, nothing and no one goes unchanged. There are from the clouds, sunrise up the sky, and the hummingbird do fly. Winter turns to spring, no wonder the heart will heal, but never much too soon. Thank you.
the clouds. So rise up the sky, and hummingbirds do fly. Oh, rain comes from the clouds. So rise up the sky, and hummingbirds. Yeah, everything must change. Спасибо. И вот сейчас прозвучит еще один хит. Человека, который довольно рано ушел из жизни. Его звали Роберт Палмер. Я коротко расскажу его историю. Он принадлежал к старинной такой английской семье, которой владели всем, что принадлежало в Индии. Это было там 3000 лет там, до нас еще. Но потом постепенно Индия освободилась от своих колонизаторов. Тем не менее, это было такое формальное. Все равно они эксплуатировали своих рабов. В общем, это была очень богатая семья. Они на одном из островов, где-то в океане, построили себе роскошный замок, где жили и вообще старались не общаться ни с кем, поскольку они были такие снобы, презирали всех остальных. И, в общем, и у них был какой-то язык, даже такой старинный английский язык, такой какой-то, может быть, даже ирландский. И вот у них время прошло, уже наступил 20 век, и там родился мальчик, которого они назвали Робертом. И он рос, ничего не подозревая. И вот в один прекрасный момент он по радио услышал какую-то музыку, о которой ему никто не рассказывал. Потому что у него были учителя, которые учили его только классике и вообще воспитывали в строгих таких англиканских таком стиле. И вот он настолько был потрясен, он услышал и современный джаз, и рок-музыку. В общем, короче говоря, он поссорился со своими родителями и улетел в Англию и в Америку, и начал. Он талантливый был очень человек, он собрал сразу состав, в котором играл на всех инструментах и пел одновременно. И постепенно стал, в общем, очень популярным. И вот эта популярность, она как-то, в общем, сначала ему это все нравилось. Его пытались как-то так немножко зажимать владельцы разных там этих концертов, поскольку тогда модно было, чтобы чернокожие музыканты были попсовиками. А тут какой-то белый человек, непонятно откуда приехавший. Короче говоря, его вынудили покинуть вообще Америку. И он, в общем, переехал в Европу, купил там себе дом и продолжает, в общем, выступать. А пьеса, которая сейчас прозвучит, она называется «Happiness», что означает «счастье». Итак, памяти Роберта Палмера «Happiness». Gamble with your heart. Take a
chance on happiness. As you want your body health, you'll be glad your place to bed. Think it over, why have to lose? All the odds are on your favor. Take a cut right, no excuse. You know life is what you make it. Scared to move, cause you get to cheat. But nothing they cheat, baby, nothing gain. Take a gamble with your heart. Take a chance on happiness. Toss the coin back to the side. Put your instincts to the test. Play for keep, that's your life. As a lot in the future, you never know if you don't try it. Missionary Kama Sutra. If there's a role for you to improve, there's only one thing left for you to do. Take a gamble with your heart. Take a chance on happiness. Find to give those to the start. Find out what you like the best. Gamble with your heart. Take a chance on happiness. Toss a coin back to the start. Time to give those blues a rest. Спасибо. Мы закончим первое отделение композиции, написанной мною. Я назвал эту пьесу «Алайский базар». Она написана в таком типичном восточном стиле. Что такое «Алайский базар»? Сейчас уже мало кто вспоминает, может быть, по
побывал на экскурсии в Ташкенте, хотя и туда сейчас трудно попасть в связи с новой политической ситуацией. Там существует Алайский базар. Но это совершенно не то. Это современное здание. Вот то, что, чему я посвятил, это было место, которое находилось в одной из пустынь Средней Азии, под склонами такого хребта и горы Олай. Поэтому и получило название Алайский базар. Почему базар? Дело в том, что караваны, идущие из Китая, из Монголии, которые везли во все остальные страны мира уникальные изделия. Это были ковры, сделанные из золота, из серебра и, в общем, покрытые всякими драгоценными камнями. И поэтому в этой пустыне сами собой возникли банды налетчиков, которые нападали на эти караваны, и поэтому караваны шли под охраной, по обе стороны ехали такие воины на верблюдах и охраняли. Вот такая была история. И потом они останавливались, значит, на отдых. А там, значит, возвращались из Европы или из других стран и везли с собой в Китай тоже то, чего там не было никогда. В общем, вот такой был интересный узел, где пересекались коммерческие пути самых разных типов. Итак, я посвятил вот то, что вы сейчас услышите, эту пьесу, посвятил ее Алайскому базару.
Thank you.
Спасибо большое. Мне очень приятно, что среди нашей публики есть знатоки истории и любители Востока. Ну а сейчас давайте сделаем небольшой антракт.
Итак, мы продолжаем. Сейчас вы, наверное, заметили, что наш клуб скорее похож на какой-то театр-миниатюр, где все может меняться, разные стили. И более того, даже поэзия иногда бывает. И вот сейчас будет как раз пример, когда я сначала немножко расскажу, а потом спою вам замечательную песню, которая стала вообще классикой запрещенной зарубежной эстрады в советские времена. Я помню, когда я был мальчиком, мы вернулись в Москву где-то в году в 43-м после эвакуации. И вот по радио, не по радио, а среди друзей сначала, значит, я заметил пластинку, которую привез наш сосед с войны. Она была странно оформлена, там все было написано. И я у меня был патефон. Когда я послушал, я просто выменял ее за любые деньги. И оказалось, что это песня некого Петра Лещенко, который родился где-то там в Румынии. И, в общем, стал очень популярным среди такой интеллигенции российской, и не только российской. Он стал песни петь, замечательные по своей красоте, по содержанию. И, в общем, он стал таким кумиром подпольной культуры среди советской интеллигенции. Это я помню прекрасно. У меня это была пластинка. И вот только позднее, когда уже появился интернет, я выяснил, кто такой этот был Петр Лещенко, почему его запрещали. Это долгая история. В общем, его после войны наши власти за то, что он пел перед фашистами, хотя он мечтал всегда вернуться на родину, любил Советский Союз. Его посадили, и он, в общем, так и скончался где-то в одном из концлагерей. Но песни остались. И вот одна из таких песен, мне кажется, ее стоит как раз вспомнить, потому что она была довольно редкая. Он посвятил ее памяти вот таких вынужденных эмигрантов российских, которых вынуждены были уехать после революции, поскольку что-то их не устраивало уже при советской власти. И, в общем, они стали жить где-то там в разных городах и как-то зарабатывать деньги. И вот в этой песне поется как раз об одной из таких несчастных жен иммигрантских, которые вынуждены были каким-то способом зарабатывать. Более того, даже выходили на улицы и продавали себя. Вот этой теме посвящена песня Петра Лещенко, которую вы сейчас услышите. Она так и называется: «Ты едешь пьяная и очень бледная». Петр Лещенко. Ты едешь пьяная и очень бледная по темным улицам совсем одна. И смутно помнишь ты ту скобку медную и штору синюю окна. А на диване подушки алые, духи Дорсей, коньяк Мартель, глаза янтарные, всегда усталые.
распухших губ любовный хмель. Пусть муж обманутый, неравнодушный, жену покорную в столовой ждет. Любовник знает, она послушная, молясь и плача, опять придет. Пришлось узнать ей жизнь тротуарную и быть любовницей, не знать кого. И только хмель один все разрешает, позор и стыд. А для чего? А ведь когда-то она счастливой в любви и верности клялась, теперь больная и вся разбитая, к себе домой она плелась. И вот в каморочке муж слезно молится, она родимая уж не живет. Любовник строгий того не знает, что больше нет ее и не придет. Ну, а теперь возвращаемся опять к инструментальной музыке. Сейчас выйдет на сцену музыканты. Сейчас вы услышите очень популярную песню человека, которого звали Джино Ванелли. Кстати, у него тоже была очень непростая судьба, поскольку, в общем, он был из семьи переселенцев в Канаду, откуда-то из Европы. Это были такие итальянцы, которых тоже преследовали где-то в Европе. Они вынуждены были в Канаду переехать. И там образовался такой город Монреаль, где жили в основном именно люди украинской национальности, итальянцы. И вот сейчас прозвучит песня замечательного участника этой группы, которая всегда выступала вместе даже с родителями. Очень талантливый был человек. И когда его услышал Стиви Вандер, он ему так понравился, что он даже предложил ему съездить с ним по гастролям по Америке. Это помогло ему, с одной стороны, стать популярным, а с другой, может быть, наоборот, погубило его карьеру, поскольку после этого он вынужден был уже переехать в Европу и там уже жить. И вот эта песня, которая называется «Fly into this night». Джино Ванелли.
the high and then the low, getting the romantic vertigo, and the rain in the ground. That's what loving you is all about. Oh no no no, oh no no no. Fly, fly into this night, where to find the dream. Questioning what's blind is all apart. That this sweet love is taught. Loving you's a crime is all about. On and on, no, on and on, no. Fly, fly into this night.
Спасибо. Сейчас мы переходим к русской классике. Вы услышите в нашем исполнении фрагменты из двух величайших произведений из российской музыкальной культуры. Это фрагменты из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина. И затем прозвучит фрагмент из второго фортепианного концерта Сергея Рахманинова. И это все будет подано именно с любовью вот, к нашему отечественному музыкальному искусству, равному которому, я убежден, нет ни в одной стране. Итак, мы начнем сначала с половецких плясок.
The moon is there for us to share, but where are you? A night like this could have a memory and every kiss could start a dream for two. Full moon. If my one wish comes true, my magic heart make me feel with you. Young, I never needed anyone, and making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think that all the friends have known. But then I dialed the telephone, nobody's home. Thank you.
When I was young, and never needed anyone, and making laugh was just for fun, those days are gone. Спасибо. И в заключение второго отделения вы услышите один из хитов, существующих вообще в музыкальной культуре. Это пьеса, которую сочинил некто Джо Завинол, человек, который создал такое совершенно новое явление, как world music, где он себе позволил смешать все, что можно на свете, и не только разные стили, а и разные жанры, и даже туда могли балет входить, и какие-то танцы современные, и даже живопись. Это все он выложил в интернете. И вот сейчас мы попытаемся воспроизвести его музыку, а я даже попытаюсь спеть там каким-то новым видом скета. Скет – это когда сочиняется и мелодия, и слова одновременно. И вот я тоже придумал какой-то свой скет, и вы сейчас услышите. Итак, пьеса эта называется «Mercy, Mercy», то есть «Господи, прости нас за грехи наши». Так Джо Завинол. My baby, oh, she may not laugh like one of those bunnies to the flavor clap. She got something much better than gold. I'm a crazy about that girl, cause she's got so much soul. And I say, it's a kind of love that kissing and hugging.
There's no girl in the whole world that will love me like you do. Do-d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 o
It's a kind of loud and aggressive and high control. They are my melody. They have your fellow when I know. When she not be haunted, God mercy, hold me. When she not be haunted, for there's no girl in a hole. Спасибо большое. Ну а сейчас настало время объявить все-таки имена участников сегодняшнего концерта. Сегодня для вас на бас-гитаре, синтезаторах играл Евгений Шариков. На барабанах Эдуард Петрухин. На фортепиано, синтезаторах Юрий Погиба. На гитаре вокалист и менеджер ансамбля «Арсенал» Марк Юсим. Ну и, конечно же, Алексей Козлов. Создатель, художественный руководитель ансамбля «Арсенал». On the storm, riders on the storm, riders on the storm, riders on the storm, into the house we burn, into the wild we frown, like a dog without a bone and eating all alone. Riders on the storm, there's a killer on a roll. There's a killer on a roll. His flame is screaming like a toad. Take out on holiday. And let your children play. If you give this man a right, sweet family will die. Killer on a roll. Thank you.
Girl, you gotta love your man. 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 Take him by the hand. Make him understand. The world and beauty pan. Oh, life will never round. Girl, you gotta love your man. Riders on the storm. 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 Не бойтесь. Ансамбль Арсенал всегда с вами. Вы не пропадете. Спасибо.